каждый раз я жду, сколько людей придет и придут ли они вообще. И все время радуюсь, когда люди приходят, и особенно, когда у нас мы вступаем в диалог, и они мне задают вопросы, и я отвечаю. Желание процветания, безусловно, и все, чтобы больше людей читали книги именно в бумажном варианте, потому что, ну, книга остается книгой на все времена.